Так, что здесь стрелка, новый знак появился, видишь, стрелка. Вижу. И грузовой, значит, грузовому только прямо. Конечно. А значит, все, вверх он не может поворачивать. А тем можно и направо поворачивать. Этим можно направо. Угу. Что-то он так сверкает. Да, он сверкает, у него такие он сделаны. Он тебе показал, что ли? Да нет, это у него тормоза. Так. Привлекают внимание, да? Да. Ну, понятно. Ой, все торопятся. Его вот так торопимся, все ему. Ну, не так уж он сильно торопился. Не чуть-чуть, а очень даже жарко. Сейчас я сделаю. Я в одной водолазке и футболке, и то мешает. Подожди. Чуть-чуть. Я чуть-чуть открою, чтобы меня не забросили. На обратном пути мы уже наукиваем. За минуту, если все хочешь. Ты тихо, ты, япона-мать. Что он? Придурок, блин. А что он сделал? Вот да это... поехал направо нахрен вдруг, ни с того, ни с сего, блин, стоял. На тебя? Ага. Не видит ни хрена, блин. Как это так? Ну так, он туда вот сначала смотрел, блин, потом раз и... Стой, уже красный. Вот на ровном месте можно получить. Угу. Все едут, у всех свои дела, вопросы все решают, свои. Сейчас нет. Ну ладно. У нас другие заботы, конечно. Смотри, ямище, какая у тебя подписка. Да я вижу. И там, угу. Везде эти ямищи со всех сторон. Здесь как было, так и есть. Ничего но не делают изменилось. Они, но они разбивают моментом. Сделали, но все равно. Моментом все разбивают, понимаешь? Угу. Потому что здесь и тяжелые машины ходят. Да. Поеду, не, да. И я туда не поеду. По там этим, такая грязь. Твою мать, по Ираку, блин, ехать там, по этим. Там хрен запомнишь, блин, как да. Проехать, блин. Узкие да, эти да. Дорожки нафиг, ага, и пешеходов. Еще встречная машина может пойти, там разъехаться нельзя. Там не разъедешься, блин. Там у них одна все. Машина будет навстречу ехать. И, или ей сдавать далеко. Или нам, там негде, карманчиков нету.